Сегодня у нас 21 июля. Вот такой хочу бензовоз показать. Немножко необычный. Насос Blackmar с гидравлическим приводом. И вот такой вот технологический то ли ящик, то ли борт. Еще пока не закончили до конца. 6 отсеков, алюминиевый. Шасси тоже алюминиевое. Арматура Sivacon UPV. Бочка оснащена комплектующими, соответственно, АДР с нижним наливом, с нижним и верхним наливом. Даже задний бампер был привезен из Германии. Хотелкины. Это были клиентские хотелкины. Тубусы для шланга. Это даже не тубусы. Вот такие вот как бы ванночки для шланга. Место хранения шлангов. Обычно мы делаем тубусы. В принципе, в остальном все так же. Тормозная система, умывальник, ящик, противооткатные уборы. Ну и запаска здесь еще будет. Запаску пока еще не повесили. Оси SAF. В остальном все довольно стандартно, но есть вот такие отличительные моменты. Бензовоз поедет в Израиль. Кстати, такой момент в том, что здесь получается слив с двух сторон идет. И с той стороны, с этой. Вот. Еще некоторые комплектующие там даже будут установлены в Израиле. Потому что они попросили найти арматуру американскую, а здесь нет дистрибьютора. В общем, вот такая вот бочка. Когда ее до конца соберут, еще раз сниму видео.